Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ольга. Как вы уже знаете, Ольга поддерживает технологию, культуру и людей. У меня сегодня очки виртуальные, и это уже вторая разработка, вторая версия. И я посмотрю демонстрационный такой фильм небольшой, где расскажут о возможностях этих очков, виртуальных очков. Так что вместе с вами мы посмотрим уже в другой мир. Ну что ж, поехали тогда. Одеваю очки. Вижу указания, там написано на английском, что нажать. Но я еще хочу одеть очки, чтобы музыку послушать и все указания. Хорошо, ну что ж, ой, а мне нужно на что-то нажать. Ну ладно, нажимаю. Поехали, так, сейчас. Окей, черный экран пока что почему-то. Вау. Открылась. This elusive gateway into the infinite has captivated our imagination for years. Говорят о том, что мы мечтали об этом всем. We've tried time and time again to unlock the door, but the key has always been just out of reach. Что мы хотели давно уже открыть дверь в эту виртуальную возможность. Вау. Тут такой звук пошел. Дорожка, аллея. Всякие... Вау, я иду, я чувствую, что я двигаюсь. Something about the possibility of visiting other worlds has always enticed us. Through whatever medium was available at the time, we have always felt a need to construct worlds of our own. По дорожке идем куда-то в бесконечность. As technology improved, our ability to construct new worlds grew more and more powerful. No longer were our creations restricted by pen and paper, but instead captivated us by the means of screens and speakers. Wow, мы видим экраны кругом, так объясняющие, что и происходит. The computer was another key element in the long journey. It allowed us to finally interact with our worlds. Компьютерные игры. Enabled us to share in those experiences with others. И как это все можно увидеть, и как люди мечтали об этом всем. Until there were no barriers between us and our creations, we would never be truly satisfied. We deeply longed to open that last and final door and take our first steps into another world. И они говорят о том, что мы всегда мечтали войти в другой мир. So today, I invite you to do exactly that. Вау, дверь открывается. As we take a journey into the world of Oculus. И я вхожу в мир Oculus. Вау, все идет на меня прям так. И свет, и все. Слышу звук дождя. И я в комнате. Какой-то старый матрас, телевизор. Но я внутри, я прям вижу все эти стены пошарпанные, коробки. Я смотрю, сзади меня тоже стена. As you take a look around the room you find yourself in. You can get a real sense of space. Я чувствую, что я в объемном мире. You can gauge the distance to the walls, or tell how high the ceiling is. Да, я чувствую, как высоко потолки, как все кругом вокруг меня. It doesn't matter that none of this is actually real. Your brain on a subconscious level can't help but believe that it is. То есть наш уже мозг думает, что мы здесь внутри. For instance, as this pipe approaches you. You still have the urge to duck out of the way. Да, тут что-то на меня. Вау! На меня упала труба. You feel a sense of uneasiness. Вау, и здесь на меня сейчас потолок идет, какой кошмар. As you move through the room, it feels almost like you could reach out and touch it. Вау, вау, а теперь я двигаюсь на стуле своем. Вау, как здорово! The real magic is that this sense of presence is not created by complex graphics. Вау. Even when placed into an empty room, I bet you will still get that falling sensation in the pit of your stomach. Вау, сейчас можно упасть вообще, какой кошмар! Better hold on. Вау. Здесь все написано, что делается, прям пот даже пробило потом. Фух. Да уж. Опять по дорожке в темноте идем. Кошмар какой-то. Страшновато немножко. Куда мы идем опять? Вау, я какой-то
планете. Virtual reality can invoke sensations that traditional video games or movies just never could. Теперь мои очки как фонарики. Я могу видеть вокруг себя, куда я смотрю. Там фонарик на бочке, а в небо, естественно, я вижу звезды, облака. Ой, сзади меня эти бочки, а я все двигаюсь. Иду, на землю смотрю, трава где-то, почва без травы, бензобаки. Я все иду, иду куда-то. Да. Чувствуется, как ветер сейчас. Ну, не чувствуется, слышится ветер. Или дождь, непонятно. Вау! Какой-то мужик появился. А теперь я в кинотеатре сижу. А... Теперь я смотрю, кто сидит во мне. Около меня, вернее, не во мне, а вокруг меня. Да, а могу я подвинуться на первый ряд или как? Ну, вот здесь я сижу и смотрю фильм, но уже в очках. В кинотеатре просидела, но уже по-другому в очках. Так, теперь мы в какой-то комнате. Sometimes though, you just want to stay at home and relax. Теперь я на диване сижу. Of course, you can also do that in virtual reality. И здесь... Feel like sitting передо on the couch мной огромный телевизор. Go right ahead. Да, но вот теперь я смотрю телевизор, а что вокруг меня? Тут что-то такие всякие диваны и картинки. Want to enjoy a video game instead? Well, now you can relive all your old favorites in a whole new way. Да, тут смотрим уже фильм по телевизору. No matter what it is, you can now enjoy your favorite traditional media in any environment you wish. Да, теперь я могу смотреть дома, сидя на диване и вокруг себя, вроде как... В комнате своей сижу и смотрю фильм. As you can see, the possibilities with virtual reality are limitless. Они говорят о том, что вообще нет границ в этой... And after a few false starts, it appears it is finally becoming what everyone had hoped it could be. Экраны различные. Countless experiences have already been created for virtual reality, and that и number only continues to grow. Вообще много всего с этими... очками и виртуальностью этой. From white смотрю на небо. With space pirates, to just driving смотрю around the вокруг. There is an и как будто я, ну, даже еду, может быть, на машине, и сзади меня дорога, и впереди меня дорога, так же светится в огнях. Your favorite worlds, old and new alike, will finally be brought вот to life. И вся вроде как наша жизнь превратилась... ну, вот это все на картиночках превратилось в жизнь вокруг нас. Да, сзади небо. Небо дороги. Вау! Что-то появилось тут. Опять подхожу. Подхожу к какой-то пропасти. You are not just seeing bits in a computer or pixels on a screen. Кругом звезды. What you are seeing is pure potential, the ultimate canvas, capable of conveying the vastness of human imagination. Вау, все как светится тут звездочки. Окей. Welcome to Oculus. Вау, ну что ж, говорят, что добро пожаловать в Oculus. Press escape to quit. А что, если я не хочу, что нажать кнопку, чтобы прекратить? А как дальше? Что же можно узнать дальше? Ау. Вау. Ну, прямо скажем, что там более интересный мир, что вокруг меня сейчас, чем у меня сейчас. Я попала в различные миры, в различные комнаты, в различные... аттракционные какие-то мероприятия, видела небо, была на улице и смотрела вокруг меня, и все это менялось, в отличие от того, что они там поставили, ну, в зависимости от того, что они вокруг меня поставили. И такое впечатление, что я и могла с пропасти упасть, и чувствовала, что я именно там. Если это в лесу, то я как бы в лесу, я слышала даже звуки, птицы, ветер.
А если это где-то там в кинотеатре, я прям сидела в кинотеатре и смотрела, кто еще там рядом, вокруг меня. То есть и сверху, и снизу, и вообще все видно. Замечательно. Ждем новых приключений. Вау!